Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Арасакурд! Дрим РП! Песник! Наверное, одна из самых забавных новостей за эту неделю, потому что, ну, странно вообще, что нечто подобное обсуждают. Ну, давайте перед тем, как мы займемся всем вот этим вот обсуждением достаточно неинтересной лично для меня темы, которую я попытаюсь свести на что-то более-менее такое, знаете ли, нейтральное, я расскажу вам о том, что Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, по которому вы сможете получить себе целых 300 тысяч виртов на руки вашего персонажа при достижении вами 3-го игрового уровня. И знаете ли, в чем дело? Вот в чем вот все вот это вот дело? А дело все в том, что вы до сих пор, блядь, не зашли на Arizona Roleplay Phoenix. При том, что, ну, при том, что я уже, блядь, который ролик рекламирую Arizona Roleplay. Я в каждом ролике рекламирую Arizona Roleplay. И вы до сих пор не зашли? Вы че, серьезно, блядь, просто зайдите, зарегайтесь. Не понравится, не будете играть, но вы просто зайдите и попробуйте. В чем проблема? Я, конечно, понимаю, что осталось мало людей, которые никогда бы не играли в сам, которые никогда бы не играли на Arizona Roleplay, но попробовать-то стоит, попробовать нужно. Так вот, сегодня у нас тема следующая. Моему, одному из самых любимых стримеров, если не самому любимому стримеру по GTA Samp, задонатили, там, что-то в районе, сколько, 158, 169, 170 тысяч рублей. В общем-то, более 150 тысяч рублей. За что он вроде как сжег диван, позвал жену на стрим, сломал игрушку сына и сделал много всяких разнообразных непотребств. Если вы сейчас подумали, что я буду как-то осуждать все его действия, то нет. Наверное, в году 2017 я бы активнейшим образом осуждал его, говорил, мол, ой, животное ебаное, как же за деньги ты можешь делать нечто подобное, почему ты о сыне-то не подумал? Да, возможно, за деньги, которые ты со всего этого заработал, ты сможешь купить ему новую игрушку, но а что если та игрушка для него была какая-то особенная? Что если ему не нужны другие игрушки, да? Но сегодня я такого не скажу, потому что с 2017 года прошло уже, ну, около, давайте будем округлять, около 3 лет прошло уже с 2017 года, в котором я был максимально максималистским, если так можно сказать, и который не понимал основы, принципы того, как все это работает. И сейчас уже, находясь в этом самом GTA сам сегменте более 4 лет, или даже более 5 лет, я точно не помню, когда я начал все это делать, я понимаю то, как все это работает, я понимаю то, для чего все это делается, и, в принципе, для меня абсолютно все шаги Мараса, они, ну, знаете ли, более-менее читабельны. Я сразу хочу вам сказать, что я ненавижу Мараса Шакура абсолютно всеми фибрами своей души, я ненавижу его за то, как он постоянно, знаете ли, поднимает лояльность аудитории. Об этом есть большое количество видеороликов на моем канале. Думаю, в будущем на него нужно будет сделать прям вот, знаете, такой отдельный самп-обзор, потому что постоянно, когда меня люди спрашивают какое-то мнение про этого человека, я постоянно говорю, что это конченый хуй. Лично по моему мнению, мне постоянно говорят, бля, что такого-то он делает? Ну, типа, ну да, бывает ведет себя неадекватно, бывает может что-нибудь сжечь на стриме за деньги, да, типа, а в чем проблема-то его? И, видимо, люди не видят реально того, чего вижу я в большинстве случаев. Ну, потому что мне просто непонятно то, почему, допустим, Данила Герреру многие не замечали, да, то, что он делает. Сейчас он, конечно же, исправился, там делает очень годный контент, очень круто. Данил, поздравляю, ты молодец, ты большой молодец. А очень крутой контент, прям нравится, смотрим всей семьей, без приколов, без рофлов, без всего прочего, если ты так подумал. В общем-то, много всего еще, но... Нет, мне просто не нравится, даже похуй, когда он, знаете ли, так говорит, братюня, там, мужики, дядьки, писюны и так далее, тем самым просто поднимая какую-то лояльность и так далее. Нет, мне абсолютно на это похуй. Мне не похуй на то, когда он поднимает лояльность на каких-то мертвых людях, да, когда у него, знаете ли, умерла тетя, и он
выставляя все это на всеобщее обозрение, хотел поднять свою лояльность. Я, опять же, хочу повториться, что тот ролик, я не жалею, что заснял его, я должен был высказаться по данному поводу. Если бы я не высказался, меня бы просто это съело, блять, изнутри. Если что, можете посмотреть ролик «Пьяный Мраз Шакур плачет на стриме», там что-то «Умерла тетя», как-то так называется видос. Я ни в коем случае не смеюсь над смертями, я ни в коем случае не смеюсь над всем прочим. Смерть ужасная штука такая, она со всеми рано или поздно произойдет, и к этому нужно быть готовым, типа, и когда умирает какой-то человек, типа, даже если он был, ну, знаете ли, очень родным, да, очень таким, типа, каким-то, я не знаю, незаменимым, возможно, в жизни, нужно как-то, наверное, проще относить человека, это уже не вернешь. Чего добился Мраз Шакур тем, что тогда поплакал на том стриме, кроме того, что поднял лояльность? Да ничего. Я более чем уверен, что с этой самой тетей он не общался абсолютно, потому что на стримах никогда ничего подобного услышать нельзя было, а тут, ну, вот так вот произошло. И, видимо, ну, возможно, он сам этого не понимает, возможно, просто эмоции у него так подкатились, но выглядело это все лично для меня как поднятие лояльности вот на этой своей тете. Я сделал дико большое отступление, потому что про Мраз Шакура я могу говорить очень долго. Это мерзотный человек. Я ненавижу то, как он себя позиционирует. Стримы действительно интересны у него. Будем объективны и честны. Стримы интересны, и можно залипнуть, посмотреть. Типа, ну, неплохо делает. Будем честны в этом плане. Для детей прям самое то. Но вот вернемся к донату. Типа, многие начали его осуждать за то, мол, блять, ну это пиздец. Типа, как за деньги можно делать нечто подобное? Как? И тут, наверное, я опять начинаю читать свою какую-то, знаете ли, мантру или что-то наподобие того, постоянно повторяя одно и то же. Мы живем в капитализме. В капитализме нормально абсолютно любое проявление мразотства. Я не говорю, что Мраз Шакур делал какое-то мразотство, да? Типа, ни в коем случае. Но в капитализме нормально все. Все, что увидите, все, что вам кажется выходящим за рамки дозволенного, за рамки каких-то моральных устоев, моральных скреп и всего прочего, все это объясняется одним и единственным словом – капитализм. И все. И вот, эти вот действия Мраз Шакура, вот это вот все прочее, это, ну, все объясняется тем, что мы просто живем в капитализме. Все. Ничем больше. Капитализм, знаете ли, такая вещь, когда за деньги любой человек, падки на эти самые деньги, ну это практически любой человек, как я опять же, ебаная тавтология, любой человек падки на деньги сделает все, что угодно, доходит до того, что люди и в прямом, и возможно, хотя нет, наверное, в прямом тут вряд ли, в переносном смысле, продают свою мать. Под этим словом можно подразумевать много всего, но... Понимаете так, как хотите. Ничего оскорбительного тут, если что, не было. И вот такие вот действия на стримах, вот все прочее, это нормально. И знаете, когда люди еще говорят, что, мол, деньги, блядь, изменили человека, деньги поменяли человека. Нет, нет. Деньги, капитализм и вообще все прочее, оно помогает узнать то, какой человек на самом деле. То, какой, блядь, ну, человек является на самом деле. Кем он является-то, по сути, своей? Ну, так и получается, по факту. Деньги никогда людей не меняют. Деньги лишь помогают узнать то, какой человек на самом деле. То, какой он был до денег, и то, каким он стал после денег. Это истинное мразотство. И никого эти ваши деньги не меняют. Есть миллиарды примеров того, как был чел никем, стал ебать долларовым миллиардером и остался точно таким же. Да много таких примеров есть, ну, как бы, я не знаю, Билл Гейтс, ну, в принципе, ну, неплох, я не знаю, возможно, не особо хороший пример, это первое, что пришло на ум, ну, Билл Гейтс же нормальный чел, кто будет спорить, да, блядь, Windows, конечно, хуйня та еще, дорогая, оверпрайснутая, но Билл Гейтс всегда был охуительным, искренним таким, знаете, жизнерадостным человеком, даже если посмотреть его видеоролики на ютубе, жизнерадостный, охуенный человек, и таким же он был до этого, и таким же он остался, блядь. Братишкин, вот просто вот, если не то чтобы бизнесмен какой-то, да, но деньги у него есть, деньги побольше, чем у Мараса, скажем так, при том, что это одинаковые стези. Человек, каким был, охуительно искренним, охуительно классным челом, за что он мне лично и нравится, таким он и остался. Деньги никого никогда не меняют, деньги помогают понять то, какой человек на самом деле, и вот то проявление того, что делал Мраз Шакур, это то, какой он на самом деле.
Вот эти вот, знаете, слезы из-за тети, вот это вот все прочее, вот это вот, там, я не знаю, диван он, блядь, сжигает, все прочее. Это истинный человек. То, каким вы можете его видеть. То, каким вы, возможно, его не видите, да, но лично я его таким постоянно и вижу, поэтому для меня это не в новинку. Я привык смотреть на людей вот прям то, какими они являются, по факту. Арасакур, Дример Пэй, писник в описании! Ёбаный в рот! Замри до конца стрима, можешь не начинать. Пропиарь 165 бар на 11 сервере. Я сразу смотрю на человека, я понимаю, да, вот этот человек конченый пи***ц. Смотрю на другого человека, этот человек охуительный. Даже по тем примерам, двум, которые я вам привел, ну, это прослеживается, да? Как бы, ну, объективно. Да, бывают какие-то ошибки, у меня были ошибки, когда я дружил с тем же Данте, да, мы находились, ну, не то чтобы дружил, просто были какие-то добрые, теплые, приятельские отношения. И все стало понятно только вот потом, когда вся эта тварь просто всплыла на одной какой-то вот ситуации. Ну, ой, в общем-то, поговорил на славу. И, наверное, еще больше наговорю в сам обзоре на Мараса Шакура. Я не знаю, когда он выйдет, и выйдет ли он вообще, но было бы неплохо вот на него сделать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.